Привет всем, я Филиппов Алексей. Сейчас мы рассмотрим, как можно делать параллельную обработку Reaper, не создавая при этом дабл-треков. А при помощи маршрутизации мы будем делать это внутри одного канала. Допустим, имеем луп, который содержит весь спектр частот от низа до верха. И мы хотим низ поджать компрессором, середину обработать сатуратором, а верх обработать, ну, допустим, дилеем. Для этого нам понадобятся следующие эффекты. Мы закидываем 3 band joiner и 3 band splitter. Именно в таком порядке. Сначала splitter, потом joiner. То есть splitter — это есть кроссовер, он разделяет наш звук на три части, на низкие, средние и высокие частоты, как раз то, что нам нужно. А джойнер потом собирает все это вместе. Мы заходим в сплиттер, возможно, он у нас откроется вот таким. Это меню маршрутизации находится вот здесь. Нужно будет добавить еще 6 выходов, то есть сделать 3 стереовыхода. На вход у нас поступает с первого, второго, и на выход пойдет уже на все 6. Посмотрим джойнер. Здесь у нас будет наоборот. Поступать звук будет с 6 каналов и выходить на первый, второй, на мастер-канал. Сейчас добавляем наши эффекты. Добавляем компрессор. Сразу конфигурируем. Звук с первого, второго. Идет на первый, второй. Сатуратор я буду использовать. Сатуратор Head Crusher. Очень хороший плагин. Всем рекомендую. И добавим дилей. Значит, я разместил их здесь просто для удобства, чтобы мне было понятней. Значит, в Head Crusher звук с третьего и четвертого выходит на третий и четвертый. Дилей нужно поставить вот таким образом. Иначе звук выходить не будет. Теперь проверяем. Мы слышим, что зазвучало по-другому. Давайте сейчас отключим эффекты. Оставим компрессор. Вот я его открою сюда. Включу band splitter. На компрессоре убираем threshold. Видим, компрессор срабатывает. Теперь я ручкой убираю частоту в ноль. Видим, компрессор перестал работать, потому что сигнал на него не поступает. Сейчас ставим опять 200 Гц. Все работает, низ уплотняется. Теперь включаем наш сатуратор. Вот слышим, середина звучала по-другому. Опять же, если я уберу, то никакой сатурации нет. Ставим так, добавляем дилей. Ну и здесь все понятно и так. Опять же проверяем. Если я выведу сюда, никакого дилея, но сатурация стала слышнее. Так. Если мы не хотим использовать кроссовер, а хотим просто параллельно обрабатывать эффектами, для этого мы добавляем эффект 8 каналов свитчер. Он будет разделять на сейчас на 3 канала, но также мы можем добавить, нам это не нужно, разделяет наш звук входящий на 3 стереовыхода. И последним в цепочке ставим 8 стерео, то 1 стерео. Здесь мы видим до 16 каналов, да, до 8 стерео входов. Точно так же
Здесь будет три стерео входа на один стерео выход на мастер-канал. Добавляйте между ними эффекты и получаете эффект параллельной обработки внутри одного канала. Все, всем успеха!